Звонкин забивает Спартаку. Вот это дебют. Лучшего дебюта и желать нельзя. 18-летний воспитанник тюменского футбола Иван Зазвонкин не первый год в системе московского «Динамо». Конкуренция у бело-голубых в средней линии сейчас высочайшая. Но в матче ФНБ Кубка России Иван получил свой шанс и, главное, воспользовался им. Вышел против столичного «Спартака» на 84-й минуте и в компенсированное время поставил точку в игре 3-0. А как дела у других тюменцев из клубов премьер-лиги? Самый опытный из них – Ильнур Альшин. И в этом сезоне он стал одним из ключевых игроков воронежского «Факела». В премьер-лиге Хавбек выходил на поле во всех 10 матчах сезона. Провел немало времени и в Кубке. Результативность не должна смущать. «Факел» в принципе далеко не самая забивная команда. Альшин же свою работу делает хорошо. И уже признавался лучшим игроком матча. Никак не повлияло на игровое время Ильнура и смена главного тренера «Факела» по ходу сезона. От Абдуллы Багамаева такого игрового времени ждать пока точно рано. И главная причина – ему всего 18. В премьер-лиге, где он, кстати, дебютировал еще в прошлом сезоне в составе московского «Локомотива», Абдулла появляется на поле редко. А вот в Кубке время получает. Смущает разве что немалое количество желтых карточек. Но адаптация во взрослом футболе, который у нас в стране довольно жесткий, без этого вряд ли возможно. Обладатель Кубка России из числа красно-белых Павел Маслов в этом сезоне в составе московского «Спартака» на поле почти не появляется. Точнее, в премьер-лиге не появляется вообще. Два матча в Кубке тоже не бог весть какой показатель. Судя по всему, после тяжелой травмы и долгого лечения Павел так и не может обрести былую форму. Хотя Маслову всего 23 года. В конце лета ходили слухи, что он может отправиться в аренду. С другой стороны, не исключено, что у защитника скоро появится возможность поработать с тренером, который станет доверять ему гораздо больше. Кресло под Гильермо Абаскалем шатается все сильнее. А мы продолжаем следить за тюменцами в РПЛ и ждем расширения их списка.